Любовь, которая рождается после войны. Или во время войны, или до войны. Ну, мне кажется, что-то такое. Для меня это возрождение любви после потрясений, после войны. Мне помогают. Я холодная и расчетливая. У нас коктейль, у нас все хорошо. Мне помогают эмоции, у нее наоборот их нет. Поэтому у нас все классно в паре. Интуитивный? Да, существует. Женский стиль управления существует однозначно. И насколько он хорош или плох, судить по достижениям. Но то, что женский бизнес от мужского отличается, 100%. А вот если вы там на конференцию придете 7 октября, вы обязательно ответите сами на этот вопрос. Но я тоже считаю, что да, отличается, конечно. И женский бизнес он есть, и ведение бизнеса. Отлично, легко. Легко. Просто понять, кто принимает это решение, и доверять друг другу на 100%. Если в нашем союзе говорить, в нашем партнерстве, каждый отвечает за свой фронт работ и не подвергает сомнению принятые решения друг друга. Все? Да, это очень удобно, когда я 100% знаю, что она в этом разбирается, она знает, поэтому я доверяю ей, она также знает обо мне. Поэтому очень легко. Вот у нас с этим нет проблем. Разделение фронта работ. Разделяем и властвуем. Лично меня вдохновляют женщины, которых уже нет более 2 веков. И я вдохновляюсь историями королевских дворов. Я поражаюсь выдержке, я поражаюсь хитросплетением принятых решений тех королевских особ, которые были у престола. Для меня эти личности являются вдохновением и мотиватором. У самодостаточных, таких амбициозных женщин есть вектор, по которому они идут, да, на который они равняются, но нет имен, которым они подражают. Что касается меня, на самом деле, это может быть даже неизвестная женщина. Я могу восхищаться и просто вот с открытыми глазами смотреть на человека, может быть, ее никто не знает, но когда мы сидим где-то, знакомимся, да, в общей компании с друзьями, мне человек рассказывает свою историю, я понимаю, что, о господи, у нее столько внутри, это целый космос, и что эта скромная там тетя Катя, которая работает кассиром, не знаю, в Пятерочке, реально умнее, талантливее, гениальнее и женственнее, и вообще потрясающий, более потрясающий, да, чем кто-либо там из наших известных дам, вот и все.